О самых значимых транспортных проектах, которые будут реализованы в крае в этом году, сегодня журналистам рассказал министр транспорта региона Александр Дементьев. Одним из первых станет проект создания южного обхода Барнаула. Его примерную стоимость сейчас оценивают в 50 миллиардов рублей. Техническое заключение на работу уже готово, сейчас проверку проходит сметная документация. По словам Александра Дементьева, главным объектом проекта станет третий мост через Обь. Дело в том, что существующие переправы с автопотоком уже не справляются. Делать мост платным не планируется. Тоже друг друга обманывать не надо. У нас люди будут лучше постоять час в пробке, чем заплатят 100 рублей и проедут. Ну, это очень сложный вопрос, потому что мы тоже сталкивались с ним. Когда считаем платность, интенсивность есть, только становится платно, человек говорит, а почему я должен платить, когда можно бесплатно проехать? Но, когда говоришь, ну ты посчитай, сколько ты за что потратил время, потратил топливо, чтобы ты пока ехал сюда стоял, он говорит, нет, все равно. Место под строительство моста уже определено, жилые участки оно не затронет. Возможно, его реальное строительство начнется уже в этом году. В числе других проектов – начало строительства третьей федеральной дороги от Барнаула до Казахстана через Ребриху и работы на трассах Каменского направления.